7 октября старому бункерному деду исполнилось 70 лет. За неполных 8 месяцев он испортил жизнь десяткам тысяч человек. Путинская армия из-за выдуманной с головы причины пришла в мою страну убивать и уничтожать все живое. Я совершенно не боюсь сказать, что я всем сердцем ненавижу Россию, и это касается не только правительства, но и народа, и всей страны в целом. Я знаю, что в мире существуют и хорошие русские, и я верю, что вы к ним относитесь. Но запомните, хорошие русские не те, кто поддерживают Путина и не нейтралитет. Они знают настоящую миссию Путина и всячески пытаются помочь Украине. Запомните, если вы будете писать о том, какой хороший Путин и как правильно делает Россия, вы только потеряете всех друзей и вас никто не будет уважать. Армия России – убийцы и насильники. Украина точно победит войну, и вы должны это принять. Я горжусь тем, что я украинец, и я родился в такой прекрасной стране. Слава Украине, слава нации и конец Российской Федерации.